нас тут уже какая-то кучнотища. Да, бегу. Сейчас нужно открыть. Уже что-то вон я... Он. Рассчитываю. Сейчас 10:32. Угу. Мама смотрит какое-то кино. Слушай. Над крышей. Мы уже собрались почти, сейчас 11:10. Убери. Снимать, наверное, вам не буду, потому что мы сейчас в такси будем ехать, а я камеру уберу. Поэтому я вам показать буду вот такой вот масочки. Мне мама купила, она многоразовая. Но ее не стирать, а под лампу надо. Как лампа? Кварцевая. Вот так вот. Мы уже приехали, снимать вам там не стало. У нас поезд опаздывает, но 40 минут задерживается. Приедет 12:45. 7. 47. На 40 минут. 40 минут. Там еще тут 40 минут сидит. Мамуся! Я уже постелила вот такую красотищу. Смотрите, как классно. Мы уже сели. Ой, мы уже, да, сели тут. Постелили все. Такая красота. Удобно, мама? Ой, Валенька, подружка, что-то. Ой, какая моя доска. Удобно. Давайте, да. Так, мы сейчас уже приедем. 17:32, мы эти 40 минут, которые опоздание было, нагнали. В 18 уже приедем. Мама заполняет. Мама спала почти всю дорогу, дремала, а я слушала музыку, поэтому не снимала. Надо было монтировать, у меня я ничего не монтировала, вообще ничего не делала. Хотела порисовать, вообще ничего не рисовала. Ну ничего, короче, не делала, лежала и музыку слушала. Приедем к нашим любимым. Другой, чтобы не грустно. В этой маске, конечно. Мама тут уже собирается, поезд уехал. Мы приехали, ну, у нас тоже, видите, а Снежана с Лизой уехали. Блин, шашлыком пахнет, да? Шашлыком так пахнет, обалдеть. Вкусно. Сейчас идем. А, вкуснятин. Конечно, одному, второму. Что ж, блин, магазинчик. Всех жалко. Или оператор. Угу. Снимите вы на улице, не надо, Мак. Мама сняла. Так она висит на бороде. Висит. Идем, уже приехали. Можно тебя издалека снять? Блин. Баба у нас. Красоточка. Да. Народу на лавам. Все без масок. Все без масок. Конечно. Дела, не надо там смотреть. Я ее не видела. Добро пожаловать, мухи! Баба поедем. Тоже тепло одета. Юбочка? У меня тоненькая кофточка. У меня тоненькая подкладочка. Это что, у тебя ветровка? Я уже забыла. Ветровка. Ой, кофточка-то. Ну, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Сейчас Катюсечком покажу. Ой, там собачка, смотри.
Твой коврик висит. Засыпали. Привет. Я вам показываю. Это соседская собака. Ручка? Да. Лежит по зеркалу. Это твои ковры? Пойдемте, мои красавицы. Пошли вам покормим. Нате. Ах, кто у меня тут такой лапушка? Здрасте. Котика, привет. Это моя. Доча. А, ты снимаешь? Котика. Не пойму пока. Котенка. Ой, испугали малыша. Ой, не буду грязными руками трогать. Давай эту. Вот это, говорю, мне понравилось. Она говорит, мне тоже не имеет там. Вы посмотрите, какую бабу планшет, баба играет. Господи, и чё? С мамой играет. Я себе фильмы готовлю. Уже бабин в Ютуб зашел. Так, ну, тихочка. Мой. Тут как? Ну вот только играть так надо. Только. У нас тут на люди. Телефон, магнитофон. Кто? Вот это кто? Это кто? Итак, всем привет. Сегодня уже следующий день. Мы проснулись, хорошо поспали. Маме подушка, правда, не очень понравилась. Вчера не снимала. Мало снимала, потому что устали. Вчера вечером и сегодня досмотрела индийский фильмец один. А тут у меня малышонок. Классно. Сегодня буду убираться, тут пылесосить, мыть полы хочу. Мыть, стирать и так далее. И забыла, что вам показать. Смотрите, какой подарочек. Это мне папа. Передала всякие конфетки, смотрите, шоколадочки. Вот, смотрите, какой-то магнитик, магнитик. Ой, глаз чешется. Смотрите, еще один магнитик. Красиво. Всякие какие-то конфетки. Кто проснулся? Кто проснулся? Смотрите, какая стрелька. Вот зевака, ляпочка. Мой котеночек. Красивый такой. Я сейчас уже ложусь спать. Сегодня не стала вам снимать, как убираюсь, потому что из-за пыли много чихала, из-за шерсти еще. Ой, глаза красные были. В общем, убрались. Красоту навели. Посмотрела сегодня еще один индийский фильмец. Так, нормально. Столько индийских фильмов нашла. Сейчас папины дочки решила посмотреть. Давно не смотрела. По телевизору несколько раз. И решила показать вам эту лампу. Не знаю, Снежана, наверное, бабе отдавала. Смотрите, как тут делается. Типа посветлее, потемнее. Круто, что? Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока. Пока-пока.